Шартовальские рокеры убиваются. Выступление
сортовальской группы равноденствия здесь, в городе Йоэнсу, в ноябре прошлого года, 2006 года, имела определенный резонанс, я бы сказал. Прежде всего, я хочу сказать, что в группе равноденствия выступают несколько моих очень хороших знакомых, и Паша, и Женя, которые представили свое искусство Йоэнсу в ресторане Йокила в ноябре. Они действительно очень талантливы. Это, я бы сказал, профессиональные исполнители. Равноденствие. Мне это все напоминает, когда в начале 70-х годов был популярен стиль так называемый софт-рок или мягкий рок. Эта музыка была акустическая, во многом уходила корнями в фолк-музыку или в народную музыку. И такие исполнители, как Cat Stevens из Великобритании или Джеймс Тейлор из США. Они тогда производили большой фурор, были очень популярны у молодежи.